друзей, весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гали. По телеку рядится, как дальше жить, достали. Ой-ё. Пошел бы тогда на рыбалку, чего бы поймал, знакомым раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас совсем очень.